Ах ты, блин, да ладно! Да ну как? Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Корзик, Dark Dragon, Стаканчик, Angry Panda. Как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Добрый вечерочек, ребята. Сегодня у нас очень классная карта, потому что внизу находится лава, и аниматроники нас будут ловить. Скорее всего, один аниматроник, ну, со временем, кого он ловит, тоже берет аниматроника и мочит других. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. Мы начинаем убегать. 5, 4, 3, 2, 1. Корзик выдвинулся. Я выхожу. Дима, беги там. Давай наверх, давай лучше наверх. Я понял, что лучше наверх. Все, вы, по крайней мере, сверху можно спрыгнуть вниз. А вниз ты спрыгнешь только в лаву. Ты пойдешь в лаву. Ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся поднять людям настроение. Тем самым продлевая людям жизнь. Возьму монтировку, чтобы видеть, кого он убивает. А я упал два раза уже. А я жив. Не, будет считаться... Да, кстати, кто упал в лаву, тоже берет аниматроника. Или кто не упал в лаву, а кто умирает. Я два раза сдохну. О, он уже тут бегает, слышишь? Я тут разглядываю пейзаж. Да ладно, не Леон, Леон, он. Воу. Леон, Лимон. Воу, вот это прикольно, я запаркурил, мне нравится. Дима, там уже это люди берут аниматроник. О, я вижу, я вижу. Что-то быстро. Не втыкайте. Так, будем наблюдать, как все умирают. Ты там. Пошел, пошел, пошел. Что там? Вот мне надо бояться, я прыгать могу хорошо. Да, кто играет за аниматроников, мочить только в притирку. На расстоянии не убивать. Они все падают в воду. В воду? Лава для них вода, Дима. Серега, ты сможешь сюда прыгнуть ко мне или нет? Да, конечно, смотри. Будем тут и ждать. Покажу. Подлецов таких. Эй, опа. Серега, сейчас еще упадешь. Я ж очканул, что упадешь. Отлично. Все, внимательно, Серега, смотрим вместе. Дима, Он не сможет сюда достать никак, я уже проверял. Они должны только попасть к нам сверху. Сверху. Да, и только они сверху прыгают, спрыгиваем вниз сразу. Это за шо? Angry Padu съели. Смотри, смотри, смотри! Эй, ты что вообще? Мне это нравится. Стоим, Серега, дальше. Выживает, получается, останется, кто останется последний, тот самый лучший игрок в этой серии. Серега, надеюсь, мы будем вдвоем с тобой. Черт! Мы, Серега, даже посидим на стульчиках. Не, я лучше, потому что анимация... Слышь, я чуть не упал из-за твоих стульев. Лучше не садись, Сережка. Когда слазишь, немножечко в сторону. Знаете, народ, пошлите за мной. Опа, они решили нас, Серега, задавить. Апокалипсис. Серега, внимательно будь, внимательно. Вижу, вижу. Они целуются. Он упал, один из них. Так, я знаю, что Ингрипан... Тот ты неумеха. Ах ты, блин, да ладно! Да ну как? Серега, а ты живой? Я живой, я убежал. Да ладно, ну это же не... Ну ладно, я по-честному, не спорю. Все было... Ну, Сережка, ну скажи. Я один остался или что? А я тебя сейчас загоню. А кто остался? Серега, ты? Я остался один. Нет, еще один остался, он мог. Вы вдвоем. А мы убивали его уже. Убили его. Давайте Серегу ловите, я его вот тут внизу буду чекать, когда он спрыгнет. Давай, Сережка, прыгай ко мне. Это время наверху сидит. Ну, Серега! Пока, Дима. Ну, блин, ты молодец. Получается, Серега самый лучший игрок на данный момент. Выживальщик номер один. И когда мы убьем Серегу, Серега будет... Отлично. Все, давайте аннулирую карту. Серега, теперь ты всех ищешь. Смотрите, какая есть кнопка. Выдвигается внизу плита, и там лава под ней. Поэтому это очень крутая карта. Мы, наверное, добавим в коллекцию для дальнейших прикольных записей веселых роликов. Лава — это пол. Да, нет, это так и будет. Пол — это лава, вот. Даю фору 15 секунд. Все, Серега, давай, выдвигайся. Так, насколько знаю, Серега не может лазить по кружечкам. Будем это использовать. Че, Серега, смотри, где я. Я сзади тебя уже на плитке стою. Как ты меня убьешь? А ты меня не сможешь убить.
Поэтому бери меня хитростью. Ля-ля-ля-ля. Прикольно. А что, не лазит по ступе? А, фук, я уже думал, не лазит. Все, я выдвигаю за тобой, Дима, сейчас мы тебя окружим. Кашка ты. Нет, Серега. Они такое творят в Ахханале, мне это нравится. А ты никак не прыгнешь ко мне, никак, у него нет прыжка, вам только скиллом. Я без прыжка скиллом. Ты что думаешь, я не шарен, не прошаренный, Дим? Опа, я вот тут встану на всякий случай. Не-не-не, ты никак не прыгнешь сюда, я уже проверял по-разному. Точно? Да, да. Уверен? Чувак не смог. А где ты? Я тебя не вижу. Он поднимается наверх со мной. А, он пытается... Ах ты хитрый жук. Ну на... Лава! Лава! Жопа! Жопа! Блин, да ну лава! Ну что? Хорошо, я тоже беру. Так, меня еще не всех убили же. Я остался. Так, погнали. Five Nights at Candy's. Я с вами, пацаны, побежали. Да ну не... Эй, жопа жирная, не скидывай меня. Так, толпа аниматроников против одного челика. Или еще кто-то остался живой? Я в вашей народе, сам наверху. Отлично. Эй, я понял, они падают. А че мы падаем? Мы падаем, потому что рукожоп тут. А, надо без шифта просто вперед нажимать, хлопцы. Ну, где? Так, Дардрагон, мы идем к тебе. Где ты? Я тебя не наблюдаю. А я в башне. А, ты в башне. Загадывай последнее желание. Какое? Ну, чтоб ты попал в рай. А если я выжил, можно по дороге, да? Так, 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 бежим. А как я туда попал? Подождите, надо только через мостик. Выше. Разворачиваемся, бежим. Драгон, а как мы тебя достанем? А давай будем хитростью брать, Серега. А, он наверху, он наверху. А давай как-то придумаем, как его убрать. А, вон он, смотрите. Дим, вон он, смотри. А как он туда попал? Спрыгнул. Сейчас вот. Как мы его достанем? Не знаю. Я так и не понял, где он, я его не вижу. Да я пытался, вон он, это Бэби Йода. Почему я не Бэби Йода? А, вижу, я знаю, как его достать можно. Идемте. Я уже убежал, поймите. А я не знаю, как его достать. Вот посмотрите вниз, вот он, кто Кэнди? Вот вниз посмотрите, я вот он. Да я вижу, вон ты сидишь. А, Мога вижу. Я его съел. Молодец, а он Мог сидит, давайте как-то не знаю, как его убить. Вот, спрыгнул, Дима, спрыгнул. Я вижу, я бегу за ним. Мочи его. Да блин, как мочи, он быстрее, меня в тысячу раз надо окружать, пацаны. Все окружаем. Так. По одному, не, по одному. Вижу, прыгай. Вон он. Все, в лаву он упал, или нет? Нет, а, нет, не, да ладно, он очень хорошо играет. Снизу. Побежали. Давай назад. Убили? Убили. Он начал прыгать наверх. Ах ты жопа, идем наверх, быстрее. Сейчас мы его окружим. У него не будет вариантов, как просто упасть в лаву. Давай, спускай. А, он в лаву. Синди, берите все, а я буду один выживший. Только вы все начинаете снизу, а я буду вверху. Давай. Надеюсь, будет прикольно, ребята. Всем аниматроников против меня одного. Ну, у них есть преимущество, их количество много. Но у меня есть преимущество, то, что я могу прыгать по всяким кубикам. Но они могут меня окружить. Будем играть по-честному, я не буду злать в такие места, куда вы не можете залезть. Ну что, хлопцы, я готов. 3, 2, 1, погнали. Одинаковые. Так. Ух ты, какая толпа бежит за тобой. Я вижу. А так. Ты видишь, избранного идет, который там медленно. Да. Это я не буду из-за ними идти. Так, а подождите, а как мне туда... Подождите, может сам себя в тупик сейчас загоню? Вот блин, О, привет, Дим, как тебе наверху быть у башенки? Нормально, а ты где? Я внизу, на самом начале, я не буду из-за ними бежать. А, ты решил меня таким образом замочить? Бегут за мной. Я спрыгнул вниз. Отличная идея, хорошая. Теперь я сделаю еще один небольшой круг, и у меня будет шанс все-таки какое-то время затащить. Так, отлично. А я быстрее их. Ну нафиг.
Хана тебе, Димка. Воу, воу! Вы видели? Вы видели этот паркур? Офигеть. Дима, тебе хана. Я смог, вы видели, как это было эпично? Опа. Ай, ты, блин, аж! Блин, это было реально сложно. Серега, давай теперь ты один, а мы против тебя все. Я? Не, Серега, Серега. Я наверх сам, я наверх сам. Давай, 10 секунд, и мы бежим за тобой. Давай. Давайте я потихоньку лучше идти буду. 3, 2, 1. Пацаны, ну что, давайте, все за Сережкой. Побежали, мы с... Мы сможем. Да что вы падаете? Надо Серегу мочить, а не себя. Серега, сейчас ты попробуешь, как это сложно, когда ты один и 7 аниматроников. Я, кстати, еще хорошо... Да без шифта надо. О, молодец. Отлично, отлично. Так, давайте какую-то тактику придумаем и будем ее придерживаться. А ты где, Сережка? Да ладно, ты че? Тупанул что-то. Хорошо, давайте теперь будет у нас Dark Dragon. Ты готов? Сейчас, сейчас. На спаун бегу. Давай, и со спауна начинаем, мы будем тебя окружать. Скажешь, когда будешь готовый. Так, все, давайте разойдете. Да дайте ему уйти, не мочите его. Вижу, 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 бежит. Ну что, готов? Да. 3, 2, 1. Ловим Dark Dragon. Один против семерых. Так, побежал, побежал, побежал. Ну давай, я тебя жду. Надеюсь, ты мне сам в лапы прибежишь. Ха-ха-ха, вот блин. Да ладно, я думал, все-таки легче поймать. Он прям... Давай, 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 мочи его! Короче, мы выяснили то, что даже самые медленные аниматроники готовы убить любого игрока. Против кого еще? Давай, Angry Panda, ты. Ты же говорил, что ты хорошо играешь. Давай. Я все-таки уверен, что ты будешь хорошо играть. Лучше, чем я и Сережка вместе взятых. Скажешь, когда будешь готов. Давайте все на спаун пойдем, все-таки будет по-честному. А то мы окружили его. Давайте так, в сторону еще по одному бежу. Так, Angry Panda, ты готов? А сейчас вы там все соберетесь, кучкой, да? Да, давай, давай, давай. А что, давайте идем. 3, 2, 1. Толпа аниматроников выдвигается за Angry Panda. Побежали. Может, подождем его, Дим, здесь? Да не-не-не. Я хочу его и так поймать. Все-таки есть шанс того, что он будет по-другому действовать, не так, как мы. Так, 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 я бегу за тобой, панда. Эх, упал. Не все аниматроники, заметил, поднимаются. Надо очень иметь... Классные ноги и руки, да, чтоб лазить. Нет, Дима, он в лаву упал, он в лаву упал. Ладно, давай еще один шанс все-таки, давай. Лаву, это ж не мы его убили. Да. Ну да, да оттуда и все, и сразу начинаем тебя мочить. То, все, давайте, все против него. Так, давай, это нечестно. Ой, это нечестно? Смотри, он смог обмануть, молодец. А я тогда бегу к тебе в эту сторону. Ну давай, иди сюда. А куда ты поехал? Ах ты жопа. Не, он сейчас что придумает? Он в тупике, он в тупике. Сам себя загнал в тупик. Ну и все. Короче, вывод какой? Очень сложно скрыться от 7 аниматроников. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения. И посмотрите мои ролики еще. Серега, взрывай эту карту. Ой-ой-ой. Кстати, я думал, что мы кто-то выживет. Но никто не выжил. Аниматроники такого взрыва не могут выжить.